ТВ-21 представляет психологический триллер «Паук». Подсознание. Мистика и страх. Отныне тебе суждено быть всегда со мной вместе. Наш внешний облик обманчив. Он прячет душу. Ибо душа... Есть великая тайна. Порой человека притягивает то, чего он боится. Неосознанное сексуальное влечение все больше поглощает молодую девушку, опутывая сетью мистической паутины. Аурелия Анужите и Любомира Слауцявичус в зрелищном эротическом триллере Василия Масса «Паук» на канале ТВ-21.